I don't want to build it. Так я живу на эти деньги пока. Я хотел твою карту, что живут такие. С балансом еще. Саш, ну ты не будешь 25 стал. Ну я думаю, что-то другой покупать. Ну я сейчас веб-сайт перейдя. Я наконец-то я вчера балансил. Саш, мне нужно платить все. Она еще на мобиле не работает. На десктоп. На мобиле. Ну, хорошо, поздравляю. Сколько ты? Пару месяцев сидел. Пиздец, месяца. 2,5. Рядом кто-то, надо идти на мяч. Я, может, с хартами сбегу под мяч. Это будет мощно.
Я снял один раз, помогло. Я перестал делать, опять через неделю стало еще хуже. Я уже раза 3-4 подъем опять ярче стал, опять пропустил. Подъем это постоянно, чем рутин так разминка. Какую школу? Бактуэй, да? Летай на подумать.
Здорово. Так, по какому? По математике, музыка? Я знаю, Марк Твейн музыка там много. Он по миди. Миди. Это что? Видео эдитинг? Фотография, видео. Молодцы, видео. Палку пошли. Ну, он Science Fest тоже брал. Но он поставил видео первый, Science второй. Миша поставил Athletics вторым, и он очень хорошо прошел, прям. А он делал Санскрит. Мне казалось, в Марфоне нет Athletics, там есть Athletics. Раньше не было. Ну, там кто-то сам поступал.
voice simulator, that is, to train it to speak with your exact voice, it takes like 30 seconds. And it's gonna be like full AI talking with your voice. С акцентом. Huh? Yes, accent. С акцентом, с интонациями. То есть они это решили не упускать, они понимают, какие implications будут, потому что, знаешь, ребенок может получить звонок этот, твоим голосом, там, ты говоришь, слушай, Мишка, давай, встреть меня, иди на улицу, встреть меня. Я на черной машине подъехал. Он говорит, окей. Do you know what I mean? Mm-hmm. Like, it's identical. Я видел результаты, и они прокатывают клип. Там этот... по радио Холст, я его знаю, я его слушаю. Он говорит, какой я и какой я. Я думал, что он, который был я. Там прям так, ну, несколько предложений, да, со своей интонацией. Я не знаю, что-то никуда, мне кажется, все это катится. Это пиздец просто. Я такой нози. Я вообще перестал даже яйца на протест такой был. Ну, там много чего, знаешь, сейчас эти дипфейки все это, знаешь, это просто ты можешь фейс сделать, понимаете? Ты сейчас уже вообще что-то потом дойдет скоро до того, что не сможешь даже по обработке любого выставлять фейк. 100%. Оно просто... Ну, можно какой-то коузинг подготовить, то все. Ну, может быть, что-то пропишет, но опять же, а потом они будут валы. И что? Ну даже это deepfake еще like massive concern, просто either implication на всю индустрию, понимаешь? Еще на папу. Работа, раньше уходили работы. Там рабочих, которые вручную там что-то собирают, да, или которые что-то тяжелое поднимают, или которые там что-то поднимают, да, ручно. А сейчас будут уходить работы инженеров, бухгалтеров, такое, колледжи. Тебе intellectual, to compete with AI, надо будет минимум получать, да, чтобы хотя бы... И то тебя изучить, а 10 минут и потом это тебя побьют. Это я тебя изучу за 5 секунд. Как бы все, что там 10 тысяч лет последних человечества училось, я это выучил и забил, писать и веб-сайты новые сама выставлять, и там не регистрировать. Она может веб-сайт не надо 50 веб-сайтов, которые search engine optimized на такую тему. С такими артиками. Она хуяк тебе все сразу выкидывает в интернет такую мощную. Do it!
писать. Давай уже с ноги прям. С ноги. Ну, ребенку надо с ноги тренера тогда. Да. Что останется? Да. Высокий. Все растянешь. Да, у меня спина будет. Кстати, без шин был. Тренеру все равно. А, это сам рефер. Это надо одного нападающего или мидфилдера, который супер кейпабл, да? Вот надо, чтобы в команде был один, которому даешь всегда пас, он тебе с половины просто с любого места мог забить, да? Или пройти и забить, да? Хотелось бы, чтобы наши дети таким стали. Ну, в идеале, я понимаю, о чем ты можешь. Ну, например, даже тот же Дэвид, да, вот был бы Дэвид, да, Дэвид может ударить, пройти может, да, если надо. Это ревайвал, не дашь паша, а то он снимет. Ну, Дэвид первый раз играл. Фол совсем. Здесь игра немножко поменялась. Я, кстати, не знаю, почему. То есть, мне, конечно, хотелось, чтобы он вернулся. Ну да, у него были... Сейчас как бы он уже...
half-time.